Одно из крупнейших предприятий страны отмечает свою 41-ю годовщину. День рождения по традиции празднуют в кругу тех, кто ежедневно вкладывает частичку своего труда в работу гиганта нефтехимии. Именно благодаря их слаженной работе в новейшую историю предприятия в этом году вписали очередной рекорд. Мы переработали рекордное количество нефти – 12 290 000. Провели самый крупный ремонт в истории завода. Причем по многим установкам мы сократили сроки капремонта на 2-3 дня. Освоили выпуск 98-го бензина, обеспечив полностью внутренний рынок в заявках и все заявки на экспорт. По итогам 2015 года лучшие товары Беларуси были признаны нашим партнером. Товарная продукция 95-98 бензины, дизельное топливо, зимнее класса 2 «Арктика». В новом 2016-м стоят еще большие задачи – переработать 12 400 000 тонн нефти и запустить сразу несколько установок. Достижение, которое потребует максимальной координации усилий и предельной собранности. Цифры, от которых будет зависеть прибыль предприятия, его финансовая стабильность, да и благосостояние города и страны в целом. Ведь Мозырский НПЗ – крупнейший налогоплательщик в Беларуси, а еще одно из самых современных предприятий своей отрасли на всем постсоветском пространстве. Завод уже на современном этапе – это серьезное современное предприятие, которое достигло такого европейского технического уровня и на этом не останавливается. Мы прекрасно знаем, что в этом году на заводе планируется ввести 3 новых объекта, которые позволят заводу перейти, сделать еще один шаг на новый технический уровень. И ведется масштабное строительство, это строится установка гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil. И надеемся, что вот финансовое состояние завода, которое на данный момент достаточно устойчивое, позволит заводу завершить эти объекты в установленные сроки. Модернизация на заводе не останавливается. Именно благодаря ей с каждым годом нефтеперерабатывающий не только не стареет, но и даже становится современнее. Но нам предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы совершить тот же подвиг, который был совершен нашими предшественниками, которые построили этот завод и вывезли наш завод на еще одну вершину своего развития. Он и сейчас, по сути дела, является одним из лучших в Европе, но это не предел, и мы должны стремиться к идеалу. Сегодня историю предприятия пишет молодое поколение нефтепереработчиков. Те, кто стоял у истоков, ушли на заслуженный отдых, однако заслуженно не забыты. Всю жизнь НПЗ шел впереди, хотя, всякое время было у нас, но он все равно шел впереди и на шаг вперед. Сейчас еще больше, чем на шаг. Я отдал всю свою жизнь, сознательную, годы. Все-таки 38 лет – это достаточно длительный срок для жизни человека, да? Поэтому, конечно, ощущаю, горжусь тем, что я нефтеперерабатываю. Среди приглашенных – люди разных профессий – операторы, инженеры, повара. Но в этот день все они – нефтепереработчики. А еще это профессионалы за добросовестный труд, достижение высоких показателей, грамоты и благодарности от концерна «Белнефтехим», облисполкома, райисполкома и совета депутатов получили десятки заводчан. Поздравлениями с праздником и словами благодарности в этот день обменивались все нефтепереработчики. Стабильная организация, всегда платит зарплату. Все условия для рабочих созданы. Поздравляю Мозырский нефтеперерабатывающий завод с праздником. Это праздник всех заводчан, и нам очень приятно здесь побывать и получить поздравления. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».